В воскресенье 19 августа в парке культуры и отдыха прошел концерт «Лето. Краски. Рок-н-ролл», в котором приняли участие кавер-группа «Крылья» и группа «Другая галактика». Между выступлениями проходили веселые конкурсы для детей. И поехали! Кто первый выпивает, поднимает трубочку вверх, а лучше бутылку. Бутылки за собой потом выкидываем, конечно же, в мусорку. В тени деревьев располагалась палатка с красками Холли. Каждый желающий мог приобрести пакетик с краской и получить море положительных эмоций. По отчету ведущего, в воздух запускалось множество разноцветных облаков. После концерта прошла дискотека. Дмитрий Меркулов, видео Михайловка.